что вот где у нее там случилось перелом вот это, да? Покажите. Вот перелом. Вот. Перелом. И здесь вот и зашивали. Потому что отсюда посмотрите, здесь вот там четко видно. То есть вот разорвано у нее до сюда все было. То есть у нее. В общем, ну, как вы говорите. Здесь зашили, ночью зашили, все хорошо. То есть она даже вроде бы и пьет, и ест, то есть значит все пока у нас отлично. В общем, есть в планах ее сейчас за ней ухаживать, как за больной. И в конце концов, когда придет в себя. Конечно, надо отпустить, пускай она гуляет. На волю.